Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло сегодня в 1:30 ночи на первом километре Переславской окружной дороги. Здесь не смогли разъехаться легковушка и большегруз. Автомашина «Део Нексия» в нарушении правил дорожного движения выехала на встречную полосу движения перед близко идущим транспортом, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате столкновения грузовик «Мерседес» получил значительные технические повреждения. Водитель отделался легким испугом. А вот водитель «Део Нексия» и его 14-летний сын с травмами госпитализированы в Переславскую центрально-районную больницу. Оба пострадавших госпитализированы в отделении с черепно-мозговой травмой ребенок и с травмой грудной клетки отец. В настоящее время состояние их средней тяжести, будут продолжать лечиться в нашем отделении. По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель «Део Нексия». Впрочем, окончательное заключение будет выдано после расследования. Его результаты появятся в течение 10 дней. Вагиз Загидуллин, Дмитрий Баранов. День в событиях.